23 июля 2021 года. Вологда, Прилуцкий монастырь. Антология современной уральской поэзии, первый том, Евгений Туренко. Увянет словарь или печет дитё, и ты эту заумь прости. Смешнее нуля неумение твое, и ждать не приучишь вблизи. Одно только – здравствуй. И ты, и никто уже не увидит, когда больной Чаадаев отложит письмо и снова умрет до утра. И за полночь там померещится днем, и завтра вчера не страшней, и все эти буквы скажи ни о чем. Скудильная разность ветвей. Другая Лолита прошепчет «люблю» и нянчит, и бросит в углу. А ты все вдеваешь заботу свою, как тютельку сна в пустоту.